Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем любимую нами кухонную, походную, кемпинговую тему. И сегодня мы разберем вот такую матрешку весом около килограмма. Впрочем, ее можно облегчить. И это комплект посуды для похода и кемпинга. Ну, изначально, наверное, для кемпинга просто, но явно его можно использовать в походах в определенных ситуациях. Это комплект Fire Maple FMC4. Чтобы нам познакомиться с этим набором, нужно сыграть в игру матрешка такой сеточки. У нас такой увесистый наборчик, в котором сковородочка с рифлеными, с рифленым дном, без антипригарного покрытия. Большая кастрюлька, ну или ковшик. Из большой кастрюлечки-то мы достаем маленькую кастрюлечку. А из маленькой кастрюлечки мы достаем вот такую вот утиную лапку. Открываем чайную крышечку, достаем две таких вот кошачьи мисочки. И вот такой вот мимимишный маленький чайничек. В мимимишном маленьком чайничке еще ситечко. И здесь-то как раз игла, и в ней смерть Кощеева. Не, иглу мы, наверное, заварили в чай в прошлый раз. В общем, вот такой набор из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 предметов, не считая крышек. Ну, в действительности, основных предметов здесь все-таки 4. Ну и давайте поговорим об этом наборе, благо у нас появился уже опыт его использования в походе, что вы прекрасно видите на наших заставочках красивых, где ребята снимали в походе, как готовили. Это целая серия. У нас из этой серии уже кое-что было на обзоре с радиатором, но там меньше объемы. Здесь мы видим комплект посуды на достаточно большую компанию. Ну, скажем честно, на семью из 4 человек. Так вот, более или менее, я себе это представляю. Значит, около 2 литров. В действительности 2,2, если полный большой котелок. Около 1,5 литров. Ну, реально 1,7 влезет. Второй котелок. Грамм на 700 чайничек. Маловато, но нормально, терпимо. Итак, давайте начнем по порядку со сковородки. С одной стороны, сковородка – вещь полезная. И в походе, особенно если она не много весит и занимает мало места в наборе, а так и есть. Давайте сейчас я вам покажу. Это все не так сложно. Мы возьмем весы и взвесим. При том, что здесь массивная и удобная хорошая ручка, сковородка весит 203 грамма и 1/10. И, в принципе, полезно грибочки пожарить, там, сало. Ну, в общем, шкварки сделать. Разжарку сделать к какой-то еде. Или тушенку разогреть. Что-то потушить можно в такой неглубокой, да? Потушить лучше, чем пожарить, потому что тонкое дно, нет антипригарного покрытия. Поэтому мы жарили в такой сковородке. Мы пробовали. Все нормально, но нужно больше масла. То есть, если вот это почти фритюр, тогда нормально. Грибочки можно, лучок можно без проблем. Но масла нужно делать больше. Яичница уже сложнее. Хотя тоже был опыт. В общем, со сковородкой все нормально. С оговорками. Очень клевые кастрюлечки. Универсальные, можно в них хорошо готовить любую еду. У них нет специального антипригарного покрытия, но оно здесь и не требуется. Это весь набор, за исключением пластиковых вещей, сделан из анодированного алюминия. То есть, соответственно, нет никакой риска получить какие-то вредные материалы из оксиды. Здесь все, в общем, очень хорошо. А малый ковшик весит 210 грамм, а большой ковшик весит 258 грамм. Вот, еще раз, стальная конструкция в основе ручек,
очень хорошо, удобно складывается и очень надежно. Она не болтается, ничего, потому что есть такая посуда, которая болтается. Крышки, чем удобны, тоже с перфорацией, пар выходит, и макарошки через них тоже можно сливать. Поэтому крышечки нормально все с крышками. Мисочки отдаем кошкам, лапку утиную отдаем утке, если у нее вдруг травма. Я не вижу смысла в этих мероприятиях. Там еще была прикольная губка в комплекте, но она уже пошла в дело во время похода, поэтому показать я вам ее уже не могу. Вот. Ну и чайничек приятный, хороший, хотя, на мой взгляд, небольшого объема, но тем не менее тоже приятный, классный. Что интересного в этом комплекте? Он, в общем, подобран под какие-то определенные задачи, которые можно раскрыть так. Это семейный поход, лодочный поход, кстати, ну, когда вы не очень упираетесь в объем. Семейный поход, когда вам нужно побольше объема посуды. Поход небольшой группой, 3-5 человек. Вы можете его использовать, например, как кемпинговый комплект, вы куда-то выезжаете. А в поход брать только, например, две этих миски и ими управляться в семье. В принципе, наверное, это будет, если все нести на себе и экономить, нормально. Наш опыт готовки в походах на этом и подобном ему комплектах показывает важную вещь. Если вы пользуетесь таким комплектом, где, в принципе, посуда имеет все равно тонкое дно, это походная легкая посуда, и дно тонкое, лучше пользоваться плитками, у которых достаточно большая конфорка, которая дает большое тепловое пятно. Если пользоваться с горелками с маленькой конфоркой или там прямо с таким соплом, то будет маленькое пятно нагрева, быстро передаваться посуде и будет высокий нагрев одной точки и может пригорать, особенно такие продукты, как каша. Вот. Мы стараемся в таких либо что-то жидкое готовить, супы, либо готовить то, что можно разводить, то есть готовить в основном кипяток. Если выкинуть все лишнее, то набор будет весить даже меньше килограмма, и при этом, ну да, можно комбинировать. То есть, например, в какой-то поход, если ничего не планируете жарить, не брать сковородку, в какой-то поход, например, если идете осенью есть грибы, то сковородку брать. Вот. То есть, в принципе, хороший семейный набор. Или набор на небольшую группу. Чем еще интересно? Тем, что фирма Fire Maple делает большое количество модульных таких наборов на основе вот этой конструкции. У них есть вариант без сковородки, вариант без чайника и множество других вариантов. Я их сейчас вам распишу, и в ссылочке будут на разные варианты, на разный объем. Есть варианты без радиатора, есть варианты с радиатором, но с радиатором, по-моему, самая большая кастрюлька, которую я видел, она 1,5 литра. У нас как раз такая есть, у нас этот набор был на обзоре, ссылочка вот тут должна появиться. Еще один из интересных вариантов, который у нас был испробован или по которому сделано видео, это сковородка с антипригарным покрытием. И оно реально работает, и она действительно потребляет совсем немного масла, и мы даже экстремальные вещи, мы на ней жарили стейк. На этой стейк жарить не получится. Ссылочка опять же на видео, если вы хотите посмотреть вкусное видео о том, как жарится стейк в лесу на финской свече, вот тоже видно. То, что можно подобрать комплект под свои задачи, под свой объем, меня тоже радует. Поэтому постараюсь сделать как можно более полный каталог в описании ролика. И если у вас есть вопросы, задавайте, отвечу. Всем хороших походов и до встречи в поле.